Празднование юбилея Березняков начнется прямо на въезде в город, на Советской площади возле стелы. В 10 утра творческие коллективы выйдут на массовый танцевальный флешмоб. Празднование Дня города в этот раз пройдет на 19 площадках, как в Березняках, так и в Усолье, Орле и Пыскаре. Там планируется выступление местных творческих коллективов в передвижном автоклубе. В Березняках программа еще насыщеннее. Для каждого найдется свой уютный уголок. Так книголюбы отдохнут на площади Торговой. Там будет работать литературный островок с мастер-классами и викторинами. Далее у памятника Решетова горожане соберутся на литературный пикник. Для любителей спорта на центральной площади будут показаны спортивные выступления. Одним из крупных мероприятий спортивного направления будет региональное соревнование по парусному спорту «Строгановская регата 2022», которая пройдет в этом году впервые в акватории Камских заливов. Начало 25 числа будет в 11 часов. Также различные выступления и конкурсы пройдут в Рябиновом и Треугольном сквере, парке культуры и отдыха, в Комсомольском парке и на аллее близ Вечного огня. День рождения города отметят и на площади Первостроителей. Там запланирована концертная программа и выступление хора отцов и сыновей под руководством Олега Першина. В этот раз День города будет совмещен с празднованием Дня молодежи. На площади у ДК «Металлургов» пройдет арт-вечеринка и рок-фестиваль, хедлайнерами которого выступят Санкт-Петербургская рок-группа Cute Rock Band. Ее участники родились и выросли в Березняках. На протяжении всего мероприятия будет работать молодежный медиа-центр. Они будут вести трансляции со всех площадок, будут проводить опросы, брать интервью, будут фотографировать. Все это будет размещаться в наших группах МКДЦ и отдел по делам молодежи. То есть всю информацию можно будет взять там. Звезды российской эстрады на главной сцене начнут свое выступление в 10 часов. В 10 часов 22.00 начнет выступление Светланы Зургановой оркестр. После ее часовой программы присоединится к праздничной программе Андрей Державин и группа «Сталкер». Какой же праздник без гуляния на Советской площади? Территория будет огорожена, а центральные участки дорог перекрыты. Помимо выступления творческих коллективов, показательных спортивных выступлений и концерта звезд российской эстрады, нас ждет фейерверк. Его запустят сразу из трех точек города. Непосредственно с центральной площади, микрорайона Еврахим и Любимов. Екатерина Зибзеева, Сергей Антонович. Новости Верхнекамья.